Научные новости. Вологда вошла в федеральную программу «Чёртово колесо России». Владельцев колес обозрения освободят от всех налогов, сборов, долгов, алиментов и штрафов. Они получат субсидии из федерального бюджета. Сумма будет зависеть только от радиуса колеса. На фоне этих новостей в Вологде колеса обозрения стали стихийно появляться в разных уголках города. От маленьких, комнатных до гигантских. Ведь разрешение и голосование для этого теперь не нужны. Пораженные вологжане выкладывают снимки в соцсетях. Ого! Охренеть! А что? Я считаю, отличное начинание. Поддерживаю политику партии правительства. По мнению властей, развитие этого направления увеличит туристический поток в наш город примерно в 340 раз. В городской администрации уже обсуждают возможность сделать чертово колесо символом города, изобразив его на гербе. Наши историки только что выяснили, что вологодское масло было изобретено как смазка для чертова колеса. А кушать его стали случайно, в связи с отсутствием колес. Ну и от голода, конечно. Наш регион пилотный. Если опыт Вологды будет признан успешным, то на колеса посадят всю страну, всю нашу любимую Россию.